Хороший день у меня сегодня. Радио Вера на волне 96.1 FM. Сегодня наш гость доктор Николай Елизаров. Те пациенты, кому я рекомендовал носить пояса, могут теперь купить у нас в нашей клинике. Наконец-то я их получил. И ради бога, то есть приходящие с болью в спине. То есть они могут купить пояс? Они могут купить у нас, да, цена $30, это недорого. Очень мало. А что после этого? Ну, смотрите, как мало. Я, в принципе, всегда говорил пациентам своим, повторюсь на радио. Я не верю в пользу поясов, которые стоят выше 100 или выше $70. То есть могут и 200, и 300, и 400, и, помню. Ну, довольно такие высокие цены для этих поясов. Но, да, и, соответственно, сказать, много разных мнений по этим поясам. То есть многие доктора будут говорить пациентам о том, что ни в коем случае не носите пояса при боли в спине, потому что начали носить, и, сказать, у вас ваши мышцы атрофируются. Ну вот речь, скорее всего, идет вот об этих вот поясах, которые дорогие, которые с металлом, с пластиком. То есть они как корсет заковывают спину, там вот такой, так сказать, неподвижный, так сказать, это юнит, что ли, образование. А те пояса, которые мы предлагаем, это, в принципе, больше всего-навсего эластичная такая ткань на волкро, то есть на липучках, она обтягивается вокруг живота и притягивает просто живот к вашей спине. Вся цель совета, который я даю, это в том, чтобы поддерживать брюшную стенку, чтобы она не вываливалась. Как только она вываливается, боль в спине становится слишком сильнее. Как только мы вас подлечили, как только вы стали чувствовать себя лучше или одновременно с этими поясами, вы, безусловно, должны делать гимнастику для укрепления своей брюшной стенки. Пояса – это только временное решение проблемы.